В Вене призвали ОБСЕ называть крымских татар коренным народом Крыма. В своем выступлении член Меджлиса Искендер Бариев также напомнил об отсутствии свободы слова в Крыму, о пропавших и погибших, о политических заключенных, большинство из которых, крымские татары, выступили против оккупации Крыма в 2014 году. Обеспечить беспрепятственную работу независимым журналистам и правозащитникам на судебных заседаниях в Крыму.